Сегодня у воспитанников детского сада номер 65 во Врангеле праздник. Ребята исследуют новые игрушки, приспособления и оборудование для развития моторики, полушарного взаимодействия, внимания, релаксации. В обновленном кабинете есть все необходимое для развития высших психических функций и развития ребенка в целом. Это очень важно, потому что ребенок находится целый день, проводятся занятия. Ну, иногда требуется индивидуальное проведение занятий. Оно, как правильно, создание личного пространства. Вот. Это очень для наших детей необходимо, чтобы ребеночек мог прийти сюда, как-то немножко отдохнуть, побыть как бы на уединении как бы сам с собой. Чтобы вот, ну, бывает, где-то они от общества устают, и сюда пришли уже как... Зона комфорта, вот что-то вот это очень важно, что она находится именно у нас в группе, в поселке, не надо ехать в Находку, в Владивосток. Это очень большая заслуга фонда Восточного порта, что они вот именно для наших детей это делают. Просторная светлая комната с надлежащим освещением, покрашенными стенами в спокойные для детского восприятия цвета, подготовлена в кратчайшие сроки. Мебель изготавливали на заказ. Занятия с детьми проходят в течение всего дня. Многое зависит от настроения ребенка. Каждому отдельный подход. Кому-то нравится рисовать, некоторые предпочитают играть с песком или смотреть на световые панели. Дети устают в толпе. Дети устают от обстановки, от детей, от людей, возможно, от нас. Это, безусловно, должны отставать от нас, потому что это же постоянный контроль, постоянное взаимодействие. Здесь ребенок пришел, расслабился, то есть посидел, захотелось ему возле панельки посидеть. Ради бога, посиди, посмотри. Хочется тебе рисовать, рисуй мелом, рисуй. Сколько тебе вздумается, чтобы вот тебе хорошо и нам хорошо. То есть как бы это здесь, с одной стороны, и педагогу легче, эмоционально разгружаешься, черпаешь ресурс, да, и ребеночек раз, выдохнул, все, и он готов идти дальше в коллектив и продолжать свою деятельность. Сенсорную комнату для детей с ограниченными возможностями здоровья отремонтировали и оснастили современным, уникальным оборудованием за счет спонсорства Фонда поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный порт». Сегодня у нас торжественное открытие. Дети сегодня только первый раз зашли в эту комнату. Мы увидели их эмоции, их радость, их удивление от того, как здорово, как красиво. И важно, что это помещение всего 14 квадратных метров. И до этого оно было очень маленькое, неуютное, и трудно было разместить здесь мебель. После ремонта мы сделали перетрансформацию этого помещения. И сейчас оно кажется большим и вместительным. И можно провести много разнообразных занятий. На сегодняшний день в бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка. Детский сад номер 65» порядка 280 воспитанников. В сенсорной комнате будут проходить занятия для детей с ОВЗ и ребятами младших групп. Стоит отметить, что фонд «Восточный порт» оказывает помощь всем дошкольным учреждениям Врангеля и Находкинского городского округа, а также реализует 12 программ социального развития. Волонтеры, ветераны, дети, духовное развитие, здоровье, историческое наследие, команда Восточного, комфортная среда образования, социальная поддержка, культура и спорт.